Всем привет, дамы и господа, с вами Ниломоб. Продолжаем играть в игру под названием Power Wash Simulator. Мы сейчас играем на уровне домик в лесу, отмываем его. Вот, я тут уже тут все это читал. Продолжаем нашу работу и, надеюсь, сегодня мы его до конца домоем, потому что в прошлый раз мы всего лишь 50% сумели отмыть. Очень тяжелый был уровень, да. И поэтому я его разделил на два ролика. Итак, значит, вот наша крыша, вот наш забор. Давайте с этого забора и начнем работу. С этого, этой каменной стены. Ага, она цельная, понял. С этого забора, пожалуй, я начну сейчас. Вот так, доски эти все. Вот так. Так, готово. Но ворота до конца не отмыты. Если вы увидите полоску. Жук, жук, жук сбоку. Так. Так. Так, 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 так. Ну и что? Ворота, ворота, ворота. Ворота где-то еще имеют грязь. А-а-а, эта штука не отмывается. Ворота тоже относятся к воротам, эти петли. Есть. С петлями разобрались. Может, мы сейчас приступим к крыше или все-таки будем сейчас столбик? Или с этим забором до конца разобраться? Сейчас я пока не решил еще. Дело в том, что это просто не отмоется быстро. Ну и концентрировать начало видео только на заборе тоже не хочется. Ладно, давайте этот вот забор сейчас еще отмоем, а потом перейдем к крыше. Эту часть забора. Эту каменную часть забора отмываем. Переходим к крыше. И смотрим на процентовку. У нас она была 52, по-моему, процента. Сейчас уже 55. Фактически 56. И было бы... О, слушайте, мне не хватает буквально 50 долларов. Даже 43 долларов. Тогда что, я должен на заборе сконцентрироваться. О, чтобы у меня появилась возможность купить новое приспособление для мывки. Для помывки. И тут сейчас вопрос другой. А что мне лучше сделать? Мыть забор, копить, надеяться, что хватит денег. Потому что может быть такое, что я забор отмою, а бабосика не хватит. Хотя это вроде как несложно, но это такая работа не очень контентная. Контентная. Видите? Помывка несложная, но... Но не очень веселая. Крышу было бы интереснее мыть, мне кажется. Но крыша даст много денег, а это дает по 4, по 3 доллара. Вот в чем разница ключевая. Я вот теперь увлекся этим забором, но... Но по факту мне же надо мыть вот это все дело. А еще тут окно есть. Это окошко. Мы не достаем, да? Ладно, вымою хотя бы вот так крышу немного. Этой черноты. Так, так, так. Так, 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 так. Вот это тоже надо бы помыть все красивенько. Стекло. Стекло, рама. Так. Стена. Значит, что, мы лезем наверх, наверное, лестница, и закарабкаюсь на крышу. Вот у меня тут есть возможность взять лестницу, поднять, поставить, залезть на крышу. Вот, эту часть крыши тоже надо мыть по-любому. Всю надо крышу мыть. Крыша нуждается в мытье просто капитальном. И как правильно мыть, чтобы она максимально четко у меня вымылась, я не знаю. Как мне денег найти этих... О, у Гензеля и Рокки маги вообще нет ничего общего. У Гензеля огромная борода, длинные нечесанные волосы и убитый взгляд. Кто такой Гензель и Рокки маги? Джордж. Рокки был молодым, гладко выбритым, полным надежд бунтарем. Что это за история мне рассказывается? Я вообще не в теме. Я вообще не понимаю, о чем это. О чем речь? Не понимаем. Так, идем сюда. Вымываем. Тут стекло, тут вся рама вымыта. Я начал с той стороны мыть раму, не домыл, кстати, в моменте.
60, 70, 30 долларов не хватает. Подождите-ка. Так, может быть, мне тогда стоит на ту сторону с окном разобраться, потом забор. Может, все-таки хватит мне денег, чтобы более интересную штуку. Основная крыша. Чтобы мне купить тот моющее, новое приспособление моющее. Надо попробовать. Так, подоконник. Надо попытаться сделать по минимуму. Минимальные объекты маленькие повымывать, чтобы получить деньги побыстрее. А крыша даст много денег, но это долго. И мы можем мыть ее долго и нудно, и так и на этом левеле не в итоге потом на маленькие объекты будем тратить мойку. Не мойку, а будем пользоваться на маленьких объектах очень мощным прибором. Это уже не то. Так, чисто. Так, сколько там долларов у меня стало? 27 долларов. Так, о, стена. Стена тоже даст мне. Так, 6 баксов. Отлично. Итого мне чуть-чуть осталось. Но хватит ли этого забора? Пожалуйста. Пожалуйста. Так, столбик не домыт. Столбик не домыт. О, домыт. Так, становимся посередине. И начинаем работу. Жук-жук-жук-жук-жук-жук-жук. Жук-жук-жук-жук-жук-жук. Жук-жук-жук-жук-жук. Жук-жук-жук-жук-жук-жук. Вымыл, 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 вымыл. Вымыл, 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 вымыл. Так, а почему каменная стена до сих пор не до конца вымыта? Вопрос остается открытый. Каменная стена, почему ты не домываешься? Сверху камушки вот эти вот. Допустим, вот так сделаем. Так. Так. Я не понимаю, где тут еще стена? Что со стеной не так? Где она еще грязная? Грязная, грязная, грязная. Грязная, где она еще грязная? Так, вот это вымоем. Вот этот каменная стена готова. Ворота, давайте ворота. Жик-жик-жик. Жик-жик-жик-жик-жик-жик-жик. Жик-жик-жик-жик-жик-жик. Жик-ж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 ик. Жик-жик-жик-жик-жик-жик-жик-жик-жик. Ворота, почему вы не вымываетесь? Ворота, вымывайтесь. Быстрей, быстрей, быстрей. Жух. Жух. Ворота где-то еще имеют грязюку. Где? А, опять эти петли, я про них забываю постоянно. Постоянно про эти петли забываю. Так, сколько там денег? О, мне не хватает всего лишь 8 долларов. 8 долларов, дамы и господа. Сейчас они уже у меня будут. Так, каменная стена. Каменная стена, поехали. Так, эта штука здесь вообще не в тему стоит. Вот там пускай будет. Так, убираем. Каменная стена. Жук, 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 жук. Жук, 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 жук. Жук, 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 жук. Жук, 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 жук. Каменная стена готова. Мне не хватает 4 доллара, дамы и господа. 4 доллара, и мы делаем новую покупку. Новую покупочку. 2 доллара. Осталось 2 доллара. Всего лишь 2 бакса. Может, стенку эту вымыть? Столбик, вернее. Столбик. Есть! 2000 баксов накопил. Escape. В магазин. Мойки. Тяжелое загрязнение. Купить. Information. Куплено. Насадки. Так, назад. Как теперь это выбрать? Профессиональная чистка недоступна. Не было еще обновы. Будем за ней следить. Так, как это? Насадки. Как это поменять? Я забыл. Как менять? Насадок никаких нет. Это у нас Urban. Какой-то кнопкой можно было менять. А я не знаю какой. О, на букву I нажал. Сменить. Стандартный. Какую кнопку? Как-то я менял. О. Так, Prime Vista. Хорошая. А что они тут? А, подожди. Vista 1500. Prime Vista 3000. Это самая мощная мойка, которая сейчас существует. Сопло. 15 градусов, 25 градусов. Ну, это и все стандартные сопла, которые идут. Подходят ко всем. Все, вот она у меня, самая мощная. Ну-ка. Не знаю. Купил.
Мощнее оно. Наверное, мощнее. Не чувствую, чтобы оно мыло прям само. А я бы хотел, чтобы оно прям брало и само мыло. Такого не будет. Тут бревна мешают. Бумц. Стена. Стена. Каменный столбик. Чик. Вроде отмывает грязь неплохо. Широкую. А ну-ка. Отмывает нормально. Ты же мощная должна быть. Самая мощная покупка. Я ведь все правильно выбрал? Смотри-ка. Написано, какое. Вот ее показатели. А я тут не вижу. Ага, вот. Prime Vista 3000. Prime Vista 3000. Все нормально. Все четко я купил. Смотри-ка, еще раз показываю. Тяжелые. Prime Vista 3000. А это 1500. Это такое широкое, большое. Я его, им сейчас и пользуюсь. Жук, 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 жук. Низ. Так, есть. Это все чисто. Небольшая каменная оградка. Каменная стена. Оградка, видимо, была чистая. Переставим. Есть контакт. Готово. Все, осталась крыша, по идее. А если мы Escape нажмем? Чисто, чисто, чисто. Нижняя крыша. Основная крыша. 99. Деревянные рамы. Стены, окна еще где-то чуть-чуть не домыты. Оконные рамы. Не понял. Тут все чисто. А где еще? Не знаю. Для меня это пока что загадка. Так, моем пока что то, что я вижу. Будем сейчас разбираться. Основная крыша. А есть какая-то дополнительная еще крыша, вы поняли? Ух ты какие. Крыша, крыша, крыша. Основная. Все это относится к основной крыше пока что. Все это... Ой, я свалился с крыши. О нет, божечки. О нет, о нет, о нет. Соскальзываю просто медленно. Медленно соскальзываю. Медленно соскальзываю. Крыши я медленно соскальзываю. Так. Так. Шире сопло поставим. Жить. 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 Крыша, конечно же, большая. Что могу сказать? Огромная крыша. Кто бы вам еще так ее вымыл качественно, как я? Да никто. В жизни бы вы нашли бы такого мойщика грамотного. Ай. Еще так, такая опасная крыша на самом деле. В игре, понятное дело, здесь как бы все легко ты держишься, да? А вы можете себе представить, как человек в реальной жизни смог бы вот по такой крыше, с таким наклоном, с таким углом, как бы он смог лазить? Но только если бы он был бы с этими самыми какими-то специальными страховочными ремнями, правда? Это же тут какую-то... Как тут удержаться на этой черепице? Оно все наверняка скользкое. Ну, как бы неустойчивое. Не то, что скользкое, неустойчивое. Удержаться нереально. Ужас какой-то. Так. Тут все вроде более-менее. Так.
Тик-т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 ик-
Прам-пам-пам, па-парам-пам-пам. Основная крыша. Основная крыша вымыта на 50%. Что уже, в принципе, радует. А если бы она у меня мылась быстрее, было бы еще лучше. Но что имеем, то имеем, дамы и господа. Так. Сделаем посильнее. Ай, падаю, нет. Нет, падаю, нет. Так, сюда. Падаем, падаем, падаем. Кто-то пишет нам: Рокки никогда бы не стал бежать от закона, годами прятаться в унылом домике в лесу и притворяться пекарем, разве только от отчаяния. Ага, то есть это он реально украл, ограбил банки, тут заныкался. Мы моем дом грабителя, оказывается. А, вот почему они так щедро платят мне. Он ограбил банк и тут скрывает свои денежки в подвале. Что, я мог бы открыть его подвал и деньги найти? Ну, он наверняка тут как-то это все предвидел и хорошенько закрыл. Так, тут вроде более-менее повымывал. Пам-парам-пам-пам-пам-пам. Пам-парам-пам-пам-пам. Пам-парам-пам-пам-пам. Так, лестница. И мне сейчас тут нужна, чтобы я тут крышу вымыл уже хорошенько. Вот здесь. Так. Так. Опа. Готово. Черное причерное пятно. Так. Ох, я в прыжке нормально достаю. А где же там были какие-то окна еще недомытые? Я не знаю. Про какие окна шла речь? Я пока что немного... А, нижняя крыша. О-о-о. Нижняя крыша, слушай. Нижняя крыша. Тут нужно, наверное, наверх как-то залазить. Было бы хорошо... О, окно, окно, окно. Есть. Окно одно нашлось. Что там? Основная крыша. Понял. Оконная рама. Стекло, окно. Ну там где-то было еще где-то что-то связанное с рамой, да? Оба. Так, идемте на ту крышу. Ой, что-то про... Во, основная. А там была какая? Нижняя крыша. О, давайте с нижней крышей поиграем. Нижней крышей. Черные участки. А, это уже не нижняя. Так, пошире сопло. Так, поехали. Нас интересуют самые черные места. Правильно? Правильно. Поэтому моем.
И что, нижняя крыша, ты мне еще хочешь сказать? Тут я вижу, у тебя есть чернуха. А здесь? И там небольшие участки черные. То есть где-то есть основная крыша. Может, сбоку тут где-то грязные изменения? О, вон там есть. Надо лестницу ставить, скорее всего. Где она мне? Так. Несем. Полезли. Опа. Ай, свалился. Опа-па-па-па-па. Вот, тут чернуха. Моем. Так, хорошенько моем. Но все равно как-то, вроде бы, оранжево тут больше ничего я не вижу. Такое что-то по мелочи. Что, где-то есть еще участки крупные, не вымытые. А вон там, гляньте-ка. Это не запрыгну так просто. Тут ничего нет. Берем лестницу. Перемещаем ее на эту сторону куда-нибудь. О, она складывается у меня. Вот здесь был участок. Грязный очень. Я надеюсь, сейчас мы его тут вымоем как надо. Ой, нет, не падай. Ну, вроде помыл. А где еще тут можно найти грязь? Хоть помыл. Оно все равно грязное. Лезем, 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 лезем. Хорошо хотя бы, что здесь вода не это самое бесконечное. То если бы еще с водой были бы постоянно какие-то проблемы, вообще было бы грусть. Ага, вот оно. Ну вот он кусочек. Нашелся коварный кусочек. Так, стекло. Если мы Escape нажмем. Основная крыша 70. Деревянные рамы. Где еще рамы деревянные? Деревянные. 99%. Где-то еще рамы какие-то деревянные. Стены. А стена где? Я не знаю. Я вроде бы уже столько тут всего повымывал. Я просто немного в растерянности. Основная крыша. Это все к крыше относится. И это все крыша. А деревянная рама где? Что-то я не понимаю. Непоняточки у меня. Так, идем. Бывает хорошо. Так, вверх отмыл. Идем теперь сюда. Так. Идем сюда теперь. Основная крыша, крыша основная. Ой, тут грязнюка, грязнюка, пригрязнюка. Грязнюка, пригрязнюка. Черная, причерная грязь. Боже, какое же оно все черное. Не, оно, конечно, отмывается. Без Б. Без Б, но очень не быстро. О чем я и говорю, что крыша. Тут будет самый сложный момент у меня. Падаю, понемножку падаю и вымываю. Так, 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 так. Ла-ла-лай, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лай. Жук. Ну, черные места вымываю в основном я, да? Черные. Так. Черные места вымываем. Так. Крыша. В принципе, у меня вымыта на сколько процентов? Наверное, 98, я бы сказал. 97, что ли. Ну, то есть, на приличное количество вымыта. И это хорошо. Потому что мы движемся к завершению. Ну это крыша это. 97% уровня пройдено. А вот те рамы, я ничего не понимаю с теми рамами всеми. Что-то я вообще в потеряшках. Окно, основная крыша. Я пока что на крыше концентрируюсь. Но какие-то непонятные еще штуки у меня не вымыты. 98 написано процентов.
98% уровня, а крыша, я бы тоже так бы сказал бы, что на 98%. Надо искать крупные участки в крыше, которые еще не помыты. То, что по мелочи, понятно. Вот крупные моменты, это наша болючая тема. Вот здесь, наверное, лестницу. Тут может быть золото, понимаете? Это открыть. Там золото спрятано, может быть. Понимаете вы или не понимаете это? Берем лестницу. Тоже же этот самый грабитель в этом доме живет. Так, допустим, ставим сюда. Ай. Так, вымываем тут от черного всего это дело. Оп-оп-оп-оп-оп. Так, ну, вроде как неплохо помыл. Мы с вами как бы уже поняли, что нас интересуют черные участки, да? Поэтому... Оп-оп-оп-оп-оп. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Есть контакт. Забираем ее. Ну, F. Есть. Так. Вот тут есть еще, вижу. Желтенькое. Я туда не достану, видимо, там сбоку типа. 99% уровня пройдено. А про какие там рамки еще писал, я не могу понять. Поднять. Крыша. Вот тут есть желтая еще. Мне надо наверх залезть как-то. Вот тут. Давайте тут вымывать, раз уж вы так настаиваете. 99%. Крыша скоро будет завершена. Но какие-то есть еще недомытые у нас моменты, которые мне пока непонятны. Там в том списке мне непонятно написано как-то. Так, идем сюда. Крыша имеет, конечно же, у меня тут нюансики, но я вроде бы уже грамотно тут все взялся за работу. Крыша. Дерево. Чистка 99%. То, что я такие маленькие участки сейчас должен искать, на этом деле концентрироваться, вы что, издеваетесь? Где-то должны быть крупные моменты. Вот тут. Я не доставал, по-моему. Дерево 99. Спускаемся. Вот так вот и стараемся. Стараемся попадать максимальной площадью. Так. Я сейчас присел и иду. Может быть, где-то под крышей там были какие-то участки. Я тут концентрируюсь на этих вот моментах, где не очень сильно грязи много. Вот на такой всякой шушере-мушере. Шушере-мушере концентрируюсь. А вот можно вот здесь где-то грязь, под крышей именно моменты. А вон там, гляньте-ка, я нашел. Во. Тоже крупные. Участочки. Вот тут еще тут. Крыша, ты когда будешь уже бень? Сколько мне еще вымывать, крыша? Ай. Под низом крыши вымываю. Ну, я не знаю, нижняя крыша, ты когда уже угомонишься? А ты перестанешь надо мной издеваться, сколько мне тебя еще мыть? Смотрите-ка, там 99%, там такой мизер остался, чуть-чуть. А я не вижу, я просто не вижу больше, где еще грязь есть. Там такое по мелочи, такая мелочь всякая осталась пузатая. Крупные должны быть какие-то... Вот, крупные. Я же говорю, что должен быть крупный момент. Непомытые крупные моменты должны быть. Крупные моменты непомытые. Я не вижу их. Вот тут много мелких недомывок. Много мелких недомывок. Идем. Опа.
Давайте попробуем устранять. Мелких недомывок полным-полно. Ну что ж, давай с тобой повоюем тут. Максимально широким соплом. И тут все поливаем. Крыша, крыша, когда ж ты уже меня отпустишь? Крыша. Ну, тяжелый уровень, это однозначно. Есть! Крыша чистая, начисто 100 с чем-то баксов. Итак, теперь что еще? Деревянные рамы. Где-то одну стену упустил. Фу, деревянные рамы. Что такое деревянная рама? Где оно? Нижняя крыша. Деревянная рама. Столбик. Каменная стена. Стена. Деревянная рама — это такая древесина. Соответственно, деревянная рама. Деревянная рама. Деревянная рама. Стена. Стена. Деревянная рама. Деревянная рама. Деревянная рама. Деревянная рама. Стена. Идем дальше. Где-то я упустил. Стена. Деревянная рама. Деревянная рама. Ступени все чистые. Стена. Тихо! Оконная рама. Ага! Нашлась. Окно и оконная рама. Что, сверху, что ли? Так, что-то там щелкнуло. Осталось три объекта. А что там, и стена? Оконная рама. Стена чистая. Так, нам нужен какой-то стульчик. Ты мне нужен. Дай мне тебя сюда. Что там еще? Оконная рама. Угу. Надо лестницу брать, что ли? Идем искать лестницу. Походу, без лестницы тут не обойтись. Боже, я краем глаза глянул. Уже 30 минут пытаюсь это все вымыть. Ну, видите, я так рассчитывал, что быстрее получится все. А, нет уж, нет уж. Вот сверху грязь. Черная. Бамц. Так, окно. Стена где-то. Еще три. Где-то еще стена одна. И три рамы еще где-то заныкались от меня. Опа. Деревянная рама. Раз. Деревянная рама. Два. Три. Стена. Так, стена. Значит, смотрим, 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 что там? Стена, где-то одна стена всего лишь осталась. А где она? Тут стена вся чистенькая. Стена чистая. Стена чистая. Одна стена где-то осталась. Фундамент, стена. Я не понимаю. Я кругом дома обошел. Я не понимаю. А где еще? Стена. Стена. Дыма. Стена, стена. Ну все чистое. Где-то одна стена грязная. Я ее не могу найти. О, вот стена. Ага. Где-то здесь. Ага, гляньте-ка, тут целый кусок черный был. Последний момент. Работа выполнена. Большое спасибо. Наш домик выглядит вандербар. Ты смыл ужасное пятно с нашей репутации. Мы с чистой совестью можем вернуться к работе. Буквально вчера мне пришел в голову. Пришел в голову, не успел дочитать. Так, это в сторону куда-нибудь убираем. Убираем для съемки работы. Даже те, кто работают на работе, часто любят свои объекты фотографировать и выставлять на показ, показывая, как вот была выполнена работа, кому-то похвалиться потом. Так, Escape, что он там? Ага, вот наш домик, уже как он в процессе помывки был. Жалко, что тут качество падает, картинки, но что имеем, то имеем. 34 минуты у меня пошло на эту чистку, вторую часть домика. Так, хорошо. Репутации, и мы с чистой совестью можем вернуться к работе. Буквально вчера мне пришел в голову великолепный рецепт штруделя с кремовой начинкой. То есть это все было, это только на них все наговаривали, по-моему. А что у нас в процессе? Скейт-парк и пожарный участок. Вот он, скейт-парк. Он стоит, он дешевле будет, чем заказ дороже, вот этот вот, который пожарный участок. Ну, мы начнем. Скейт-парк. Продолжим, вернее, немножко я его помыл. Продолжим в следующем видосе. Увидимся совсем скоро.
следующих видеороликах. С вами был Ниламоп. Всем пока-пока.